Совсем немного времени остается у жителей республики, чтобы заплатить налог на имущество и НДФЛ. Срок до 3 декабря 2018 года. Наверное, все уже уведомления вы получили. Кто не получил, соответственно, можете обратиться в любую инспекцию, независимо, Чувашская республика, не Чувашская республика. Оплатить квитанции можно в банке, почтовых отделениях или через интернет-сервисы. Мобильное приложение Сбербанк онлайн на смартфоне поможет быстро и, не выходя из дома, совершить все необходимые платежи. Кроме этого, такая система оплаты позволяет сохранить всю историю операций. Видно дату совершения платежа, видно время, когда вы совершили. И еще одно из преимуществ, вам не нужно хранить все квитанции дома. В течение 3 лет банк сохраняет для вас всю историю ваших операций об оплаченных там платежах. И пользуясь современными сервисами, вы экономите самое ценное, что у нас есть, это время. Последняя разработка в мобильном приложении Сбербанк онлайн – оплата через QR-код. Это удобно и просто, отметили сотрудники банка. Давайте посмотрим, как это работает. Я выбираю функцию «Оплата по QR». Приложение само подсказывает клиенту, что нужно искать. То есть даже если он не разбирается, он показывает, какие знаки нужно распознать. После выбора оплаты QR-кодом остается сверить наименование ИНН получателя, банковские реквизиты и сумму. Все налоговые платежи в приложении Сбербанк онлайн проходят без комиссий. С использованием мобильного приложения и QR-кода можно погасить кредит и штрафы ГИБДД, расплатиться за коммунальные услуги, мобильную связь, внести деньги на транспортную карту, совершить другие платежи.